мастерская по ремонту и восстановлению пластмассовых изделий автомобилей и бытовой техники. Мастерская находится в городе Ахалкалаки на перекрестке улиц Свободы и Дарминяна, около второго светофора, где встреча. Вы можете обращаться в мастерскую для восстановления и ремонта пластмассовых изделий, в основном для бамперов автомобилей. Ремонтные и восстановительные работы производятся посредством высококачественного и прочного сырья и материала. Также в мастерской производится полировка фар автомобилей и частичная полировка автомобиля. Производится покраска пластмассовых изделий, а также частей автомобиля. Мастерская оборудована всеми необходимыми современными инструментами и материалами. Вы можете обращаться по указанному телефону или по вышеуказанному адресу. Желаем удачи и добра!